Добрый вечер. Представляю вашему вниманию VIP-сигнал «Крякалка». Устройство переделано в заводском корпусе. Вся силовая часть находится в задней части. Мощность 250-300 Вт. Подключен к стабилизированному блоку питания на 12 Вольт 3 Ампера. Но для полных параметров, выжимания полных параметров 300 Вт, нужен автомобильный аккумулятор. Скажу, что вот в таком положении крякалка напрямую подключена к источнику питания, но это недопустимо, нужен выключатель. Поскольку сейчас, если я включу питание, крякалка будет издавать какие-то звуки. Вот в моих руках пульт управления. Эта кнопка включает громкоговоритель, то есть тут можно говорить, а из колокола будет уже звук усиленный. И три положения крякалки. Это сигнализация, винтовская сирена и сам звук крякалки. Сейчас подключаю источник питания. Нужно находиться с пультом достаточно далеком, дали от крякалки, поскольку при включении микрофона могут издаваться помехи. Поэтому я чуть отдалюсь. И включаю питание. Крякалка включилась, как мы видим. Раз, раз. Раз, раз, раз. И проверяем крякалку. Думаю, все понятно. Устройство работает полностью. Спасибо за внимание. Еще в конце хочу добавить, что питание обязательно нужно включить через предохранитель, что содержится, конечно, в комплекте. Спасибо.